Вот уже 7 лет я консультирую людей по вопросам питания. И самый абсурдный миф, который я встречаю очень часто за эти годы, это то, что мясо является основным строительным материалом для человеческого тела. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, почему я считаю этот миф абсурдным. Давайте рассуждать логически. Есть человек, есть животное. Почему люди считают, что для того, чтобы нормально расти и развиваться человеческому телу, он должен обязательно встраивать в свое тело животный белок? Это как-то звучит странно, потому что человек – это человек, и он должен жить свою человеческую жизнь. Животное проживает свою животную жизнь. Я не думаю, что когда человек был создан, то подразумевалось, что он не сможет жить без того, чтобы встраивать мясо животного в свое тело. Я думаю, что, скорее всего, поедание животных было вынужденным процессом в тот период, когда у человека не было возможности питаться растительной пищей. Именно растительная пища, такая как плоды, ягоды, листья, овощи, корешки, являются видовой естественной пищей для человека, но в результате различных исторических событий, катаклизмов, климатических событий у человека не всегда была возможность добывать себе в пищу именно растения. Поэтому вынужденно он перестроился на поедание животной пищи, но она на самом деле не являлась для него основной. Почему? Это очень просто объяснить. Это очень естественно, когда человек питается тем, что легче добыть. Что легче добыть? Конечно, легче сорвать растение, какой-то плод с куста или с дерева и быстро утолить свой голод, чем поймать животное. На это нужно затратить намного больше времени, сил, каких-то орудий. Конечно, это трудоемкое занятие. Но человеческое тело создано таким приспособляемым, что оно научилось усваивать питательные вещества из животной еды. И таким образом мы с вами стали всеядны. То есть мы можем есть практически все, что окружает нас в этой природе. То есть это и растительная пища самая разная, это и животная пища самая разная, и мы это все перевариваем. Теперь давайте разбираться, а что же нам позволяет строить клетки или строить наши ткани, и то есть что является строительным материалом. На самом деле, в том, что наши клетки делятся и происходит их рост и нормальное развитие, заслуга вовсе не мяса. Процесс деления клеток происходит за счет метаболизма, то есть нормального обмена веществ в человеческом организме. Вот это и является причиной деления клеток и условием жизни человека. То есть пока наши клетки делятся, растут, мы живем. Как только клеточный рост останавливается, мы умираем. Клеточное деление происходит именно в процессе обмена веществ. При каком условии обмен веществ у нас нормальный? Вовсе не при том условии, что мы употребляем животный белок, мясо. Вспомним младенцев, которые питаются грудным молоком, но не едят мясо, но у них клетки нормально делятся, и человек растет и развивается. Вспомним веганов или вегетарианцев, которые не едят мясо, и при этом их тело тоже не разваливается на куски из-за того, что у них якобы нет строительного материала. На самом деле теория, что мясо является строительным материалом, она придумана. Обмен веществ будет нормальным при условии, если у вас в достаточном количестве поступает с питанием витаминов, минералов, жиров и других питательных веществ, это первое условие,
И второе условие, если у вас нормально работают все выделительные системы. В первую очередь кишечник, и мы говорим о чистоте кишечника, тонкого в первую очередь, а также если у вас работают нормально и другие выделительные системы. Дыхательная, кожная, мочевыделительная. Если вы получаете с пищей достаточно питательных веществ, и если ваши выделительные системы работают нормально, то у вас все в порядке с обменом веществ, и это значит, что вашим клеткам обеспечен нормальный рост, деление, развитие, вы нормально живете, и с вашим строительным материалом, так сказать, все в порядке, потому что ваш строительный материал – это, собственно, ваша микрофлора внутри вашего кишечника, которая и обеспечивает вам нормальный обмен веществ. Если у вас грязный кишечник, если в вашем питании остро не хватает самых важных питательных веществ, то обмен веществ у вас замедляется, соответственно, клеточное деление становится тоже замедленным, и внешние симптомы это очень быстро покажут. Вы начнете заметно быстро стареть, у вас начнет заметно портиться кожа, состояние волос. В общем и целом, ваше здоровье не будет вас радовать. И именно в этом случае мы говорим о нарушенном метаболизме, о нарушенном обмене веществ. Итак, нормальный обмен веществ происходит при достаточном количестве витаминов, минералов, жиров, аминокислот в вашем питании. Мясо не является единственным источником вот этих самых питательных веществ. Есть достаточно много другой еды, в которой эти питательные вещества присутствуют. Витамины и минералы присутствуют в сырой растительной пище и в овощах, фруктах, зелени. Жиры можно получать не только с мясом. Жиры мы получаем из сливочного масла, из яиц, из жирной рыбы. И здесь есть очень важный момент, и он заключается в состоянии вашего тонкого кишечника. Если его стенки чистые, то даже незначительное, небольшое количество животной еды, как небольшое количество рыбы или яиц, там пару-тройку раз в неделю, вполне обеспечивает вас питательными веществами. Потому что проникновение питательных веществ в кровь происходит через стенки тонкого кишечника, непосредственно в кровеносную систему. Если же ваш тонкий кишечник грязный, то есть его ворсинчатая часть изнутри залеплена клейкой слизью, которая образуется в результате большого количества поедаемой крахмалистой пищи, вареной, смешанной с животным белком, тоже в большом количестве. Так вот, если стенки кишечника изнутри грязные, то проникновение питательных веществ в кровь нарушается, и даже несмотря на поедание большого количества мяса, ваши клетки все равно находятся в состоянии голода, потому что питательные вещества не проникают или проникают недостаточно в кровь. Таким образом, вы попадаете в состояние замкнутого круга. Клетки голодают, они просят больше еды, вы едите больше, стенки кишечника загрязняются все больше, и вы входите в состояние дефицита вот по тем самым питательным веществам, которые обеспечивают вам нормальный обмен веществ или метаболизм. Таким образом, вовсе не мясо влияет на метаболизм, а умеренное его употребление и в достаточном количестве сырой растительной пищи в вашем рационе, в достаточном количестве других жиров, разных жиров, в первую очередь омега-3 и чистое состояние кишечника. Вот при этих условиях у вас будет достатки строительного материала, у вас будет нормальный обмен веществ, у вас будет нормальное клеточное деление, и вы будете прекрасно жить в здоровом состоянии, жить и развиваться, и не думать о том, что у вас скоро наступит старость, что вы потеряете энергию, и что вы, не дай бог, умрете раньше времени. Что происходит на самом деле, когда люди заблуждаются и думают, что именно мясо обеспечивает им вот такую нормальную жизнедеятельность? Они его начинают переедать.
Люди едят мясо утром, днем, вечером. И вот этот переизбыток животной еды сильно загрязняет кишечник, нарушает работу пищеварительной системы и, как следствие, очень сильно тормозит работу выделительных систем, потому что мясо само по себе является тяжелой пищей, и для его расщепления требуется очень много человеческих ресурсов. Таким образом, поедая много мяса в погоне за строительным материалом, мы перегружаем себя до крайности. Мы искусственно вызываем у себя преждевременное старение, зовем в гости хронические заболевания, поедая специально много животной пищи. Я очень часто встречаю таких людей, которые приходят ко мне за помощью каких-то других типов питания, где упор делается именно на мясо, на животный белок в большом количестве. Люди приходят просто уставшие. У них уставшая пищеварительная система. Они плохо выглядят, они плохо себя чувствуют. У них низкое количество энергии. И как только они начинают разгребать эти завалы, уменьшать количество мяса, увеличивать количество сырой растительной пищи, свежей, сочной, такой как фрукты, овощи, зелень, они сразу чувствуют облегчение, они видят, что внешность их улучшается, у них увеличивается количество энергии, и они думают, ого, так это оказывается вот как работает. И вот тогда на своем практическом опыте они понимают, что вовсе не мясо обеспечивает им нормальную жизнедеятельность, а всего лишь умеренное его количество, но при других условиях, при условиях, что в достатке другой еды, природной, свежей еды, и при этом нужно еще и уметь заботиться о чистоте своего тонкого кишечника. Вот на самом деле оказывается, в чем заключается обеспечение себя, так сказать, строительным материалом. Весь ваш строительный материал находится внутри вас, в вашем кишечнике, в его микрофлоре. Заботьтесь о своей микрофлоре, и с вашим делением клеток и с обменом веществ будет все в полном порядке.